Христа ради, червонец золотой подай. Добрый вечер, дорогие друзья! На сцене самая актуальная команда клуба. Когда делегация из Кипра приезжала на встречу к Владимиру Путину, государственный кремлевский оркестр играл именно эту мелодию. Подайте Христа ради, червонец золотой. Ну что ж, давайте знакомиться. Это Моня. Однажды Моня схватился двумя руками за оголенные провода. С тех пор он какой-то замкнутый. Это Марат. О, Марат! Жена Марата – терминатор. Она постоянно требует у него новую одежду. Это Толик. В пятом классе Толик начал курить, но учителя ничего не могли с этим поделать, потому что закон был на стороне совершеннолетнего парня. А по темным улицам гуляет дождь. Фонарей далеких мерцает свет. А это Дима. О, Боже, какой мужчина. На первый взгляд может показаться, что Дима обыкновенный лох. Нет, Дима лох необыкновенный. Он водонепроницаемые часы за 500 тысяч об сухой пол разбил. Ребята, я ухожу играть в московский «Спартак». Ты что, с ума сошел? В мясо? В пост? Фонарей далеких мерцает свет. Ну и какой номер у тебя будет в команде? Тот же. 8-902-856. Дима, а сколько «Спартак» заплатил за твой переход? Я буду разговаривать только в присутствии адвоката. Дико? Нет, спокойно. Ребята, поздравьте меня. Скоро буду работать на дне рождения у Николая Валуева. И что? Сколько платит? Сказал, не обидит. Встречайте. Рижский бальзам на душу нашей команды – Женя. Женька, ты дошутишься. У Жени есть один плюс. Она хорошо поет под минус. Поет лауреат премии «Музыка нас связала», угрожала, ласкала, обнимала, а на утро поцеловала и дала денег на такси. Женя. Три огромных лобстера, семги, килограмм. Абрамович выложил завтрак в Инстаграм. Еще один спонсор нашего выступления – магазин модной одежды «Гламур». Гламур! Галка, глянь, какая срамота! Комбат, батяня, батяня, комбат, ты сердце не прятал за спины, ребят. Ребята, а я в армию ухожу. Дима, ты что, не мог купить военный билет? Почему? Я отдал половину суммы. А вторую половину? А вторую половину? Мы договорились. Отслужу, отдам. Женя, я уверен, что совсем скоро ты станешь женой офицера. Ну зачем ты так? У нас и с тобой все может получиться. А можно я тебя поцелую? Нет. Ну пожалуйста. Ладно, только никому не говори. А, тогда не надо.
В любом случае, спасибо тебе за все, что у нас было. Но у нас ведь ничего не было. Вот за это тебе огромное спасибо. Ну и в конце. По словам мэра Нягани, он дал нам денег на игру из своего кармана. Вообще, конечно, странное отношение к бюджету города. Завершает конкурс.